Зашкаливающая нежность. Так можно сказать о двух новых героях нашего репортажа. Любимчик приюта Зоси – любвеобильный трехлетний котик. Только оказавшись на руках, он тут же начинает целоваться, тереться головой и переминать лапками. Но есть у Зоси и обратная сторона. Он очень ревнивый, так что не подойдет в семьи, где есть дети или другие животные. Сделает массаж вам, расцелует. Вот. Кот вообще прелесть. Да, он у нас привитый, кастрированный, приучен к лотку. Он очень аккуратный. Но вот единственный минус – он очень ревнивый. Вот если даже увидит кота у меня на руках, он может меня и побить. Кошечке-малышке 1.5 года. Одной саровчанке она принесла домой котенка. Маму и малыша забрали в приют. Котенка пристроили, а кошка осталась у волонтеров. Малышка любит детей. Ей нравится играть и ласкаться. С другими животными контактирует без проблем. Любит, вот, например, вот так сидеть вот. Подойдет в любую семью. Очень нежный и общительный ребенок. Забирайте. Ласкуша. Выбрать и забрать кошку или кота можно по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Вопросы по телефону 8-908-762-09-51. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.